22 аварии за 3 дня. Таков итог гидравлических испытаний в Самаре. Статистику приводят сами коммунальщики. Самый крупный прорыв трубопровода был на Ташкентской. Напомню, там из-под земли забил фонтан высотой в 5-этажный дом. А на пересечении Старозагора и Димитрова днем раньше прохожие и автомобилисты тоже наблюдали коммунальное явление. 5-метровый гейзер. Опрессовка теплосетей завершена. Сегодня в дома должны были вернуть горячую воду. Следующий этап испытаний запланирован уже после праздников. К работам приступят с 13 мая в Железнодорожном, в части Октябрьского и Ленинского районов.